Человека, который раньше был слепым, привели к фарисеям, потому что Иисус смешал грязь и открыл ему глаза в субботу. Фарисеи тоже спросили его, как он обрел зрение. «Он помазал мои глаза грязью», — ответил исцеленный. «Я умылся и теперь вижу». Некоторые фарисеи стали говорить: «Человек этот не от Бога, потому что он не соблюдает субботу». Другие же спрашивали: «Как грешник может творить такие знамения?» Мнения разделились. Тогда они опять стали расспрашивать слепого: «Что ты сам можешь сказать о нем? Это ведь твои глаза он открыл?» Человек ответил: «Он пророк». Иудеи все еще не верили, что он был слеп и что обрел зрение, и поэтому позвали его родителей. «Это ваш сын?» — спросили они. «Это о нем вы говорите, что он родился слепым? Как же он может сейчас видеть?» «Мы знаем, что это наш сын», — ответили родители, «и мы знаем, что он родился слепым. А как он сейчас может видеть, и кто открыл его глаза, мы не знаем. Спросите его сами. Он уже совершеннолетний и может сам ответить за себя». Родители так ответили из боязни перед иудеями, так как те уже вынесли решение о том, что кто признает Иисуса Христом, тот будет отлучен от синагоги. Поэтому родители и сказали: «Он уже совершеннолетний, спросите его самого». Они во второй раз вызвали человека, который был слепым. «Воздай славу Богу», — сказали они. «Мы знаем, что этот человек грешник». Исцеленный ответил: «Грешник он или нет, я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а сейчас вижу». Они спросили: «Что он с тобой сделал? Как он открыл твои глаза?» Он ответил: «Я уже говорил вам, а вы не слушали. Зачем вы хотите еще раз это услышать? Вы тоже хотите стать его учениками?» Они стали оскорблять его и сказали: «Сам ты его ученик. Мы ученики Моисея. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы даже не знаем, откуда он». Исцеленный ответил: «Вот это-то и странно. Вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Мы знаем, что Бог грешников не слушает. Он слушает только тех, кто чтит его и поступает по его воле. Ведь испокон веков никто не слышал, чтобы у рожденного слепым открылись глаза. Если бы этот человек не был от Бога, то он не смог бы сделать ничего такого». Они на это ответили: «Ты был рожден в грехах, как ты смеешь нас учить?» И они выгнали его вон.